спасибо большое. Спасибо. Ну, самого доброго. Спасибо большое. В вашем благородном труде. Добросовестный труд и неравнодушие объединили жителей Алтайского края в эти непростые времена. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за поддержку наших сыновей, которые плечом к плечу вместе со страной выполняют свое профессиональное предназначение. Помимо помощи мобилизованным гражданам и воинским частям, барнаульцы активно участвуют в поддержке жителей и восстановлении инфраструктуры новых территорий. Конечно, в вашей помощи нуждаются и гражданские люди, которые находятся в той ситуации, которую мы с вами сегодня видим. Повториться, конечно, это ваше благородство. Как оценить ту помощь, которая сегодня поступает от жителей? Эти все поступки бесценны. Кстати, численность благотворительных организаций и волонтеров увеличивается с каждым днем. Сегодня у нас порядка 9 тысяч человек, которые по всему Алтайскому краю, и не только по Алтайскому краю, и по России есть у нас, и на Дальнем Востоке есть, и в Москве, и в Питере, и в Белгороде есть, в Воронеже есть наши ребята, которые с нами вместе работают, помогают, и это очень хорошо видно, когда мы, допустим, наша машина едет, вот буквально сегодня в ленте наших новостей была информация о том, что в Отрадном мы оставили УАЗик для питерских ребят, а питерские ребята сегодня подошли и забрали, потому что наши машины пошли дальше, сегодня они за ленточкой. На мероприятии участникам вручили награды правительства Алтайского края, администрации Барнаула, руководителя исполкома Всероссийского народного фронта, а также его регионального отделения. Тысячи и десятки тысяч людей Алтайского края отвлекаются, помогают, собирают. Кто-то средства, кто-то маскировочные сети, кто-то блиндажные свечи, кто-то шьет балаклавы, кто-то помогает предприятию той продукции, которая необходима. Поэтому помощь нам многогранна, и многие вещи зачастую не в публичной плоскости. Кстати, в рамках встречи было отмечено, что благодаря активной деятельности всех неравнодушных Алтайский край занимает достойное место в стране по оказанию помощи мобилизованным гражданам. Мы продолжим всемирную поддержку ваших инициатив. Совершенно понятно, что мы работаем синхронно, помогаем друг другу, осуществляем какие-то совместные проекты и готовы делать это. Юлия Щепина, «День с толком».